спасибо. Сегодня мы приехали, здесь ребенок справлялся с ними, видите? Какие-то разные, черненькие, желтенькие, беленькие. Сейчас так оседают, оседают. Ну, к вот этим доминантикам шоколадным яйцом. Вот. Ну, марашек подмешивали. Вон, видите, какие лапки. А, не видно. Как-то не видно тебя. Ой, такие еще тонюсенькие. Так, ты кто у нас такой пухлый? Дай, ты пухлый. А? Ты кто такой? Опа. Этот сидит на рыжий. Балдеет с закрытыми глазами. Пошел. Мы сегодня приехали пораньше. Так, что здесь у нас? Банку поставили. Сразу же до здоровья 5-литровые дети поставили. У меня стоит кастрюля. Сейчас я пойду рубану индюшку. Потом все расскажу. Другая стоит кастрюля. Сейчас буду на ночь варить суп, потому что завтра нам опять уезжать. Собакам там еще одна кастрюля. Собакам дети суп сварили. Правда, столько насыпали гречки, что она аж оттуда вылазит, но это ничего. А я сейчас по-быстренькому поставлю в духовку. Лимончика нужен. Сейчас я все расскажу. Пока поставлю духовку. Скумбрию хочется. И как мы всегда делаем, с лимончиком. Так, как всегда, мелкие кусочки мы не будем делать. Нам вот сначала лимон, ну ладно. Даже на три, да? Да, чего мельчить-то, зачем? Я ж хвосты не отрезаю, забыла совсем, ладно. Как я люблю. Да, хвосты-то я не режу. Надрезаем, до конца не дорезаем. Давно не ели, поэтому подзабыла, что я вместе с хвостами ставлю. Как хочется вообще. И сюда вставляем лимончики. Как я... Не видно меня, да? Меня не видно, как я люблю эти жареные лимоны. Ой, если бы вы знали. Обычно их все... Ну и у нас все. Просто их выковыривают для вкуса. Просто, в смысле, лимончики вкус отдали, их выкидывают, да, выковыривают. А я их подбираю все, съедаю. Ой, это такая вкуснятинка. И вот так, и еще. Все. А почему так сильно спешу? Потому что столько дел на вечер уже до ночи сейчас расписано. Потому что сейчас скоро и в сарай идти. А, во-первых, сейчас поставлю вот это вот в духовку. А потом приду с индюшкой, там сейчас вода уже закипает. Потом сварю суп, это на завтра детям. И потом также уже параллельно с супом поставлю, потушу индюшку. Чтобы завтра мы опять, как всегда, приедем поздно.
И некогда. Пока приготовишь, а такие уставшие все. Ай, что у меня здесь за вообще? А такие все уставшие, а так хочется есть. И пока приготовишь все это. Хвостики мешаются, торчат. Ну и это будет, естественно, с картофкой. Ну как же, да, рыбка. Рыбка будет... Намочилась. Рыбка будет с картофкой, а индюшку потушу. Ну, индюшку суп это уже на завтра, потому что сейчас уже вечер. Индюшку сделаю с гречкой. Гречку уже 100 лет не ели. Так, ну а я сейчас побегу, пока за индюшкой. Ой, надымили, хотела сказать. Я говорила, у нас здесь есть такая одна дефективная. А где она маленькая? А, вот она. У нее с пальцами... Вон. С пальцами вообще не лады, видите? Вот, она очень маленькая. И какую-то я хотела на потом еще одну. Так, вы мои три. Три мои старые, да? Да, и вон еще одну. Я хотела маленькую, наверное, но она подросла. Так, и у меня раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я даже не знаю, может мне индюка одного потом рубануть. Ну что, так и не снесли сегодня ничего, да? Нет, почему сегодня ничего не снесли? Ай? Все, ладно, некогда разговор разговаривать. Где она? Беру ее и ухожу. Да, наверное, одного индюка надо завалить. Фаршика с него сделать. Очень хочется кушать нам. Да, зачем же мне кормить, да? Они же едят. О, красавчик, красавчик, молодец. Красавчик. Да? Одного оставлю. Наверное. Ладно, где эта индюшка? Вон она. Маленькая. А ее давно надо было. Она такая масенькая. Она бракованная. На, тогда ты иди рубану. Раз уж он вышел. Ой, шапка на боку вообще иду. Вон топор. Ее давно надо было. Все. Тут не могу прям аж. Давно все собиралась, ну, в смысле, думала, поправила, ага, все равно все. И никак, ну, а чего она расти не будет расти? А ест-то она все равно. Маленькая, она очень маленькая, ну как, ну, чуть побольше курицы, ну, и что, на разочек нам хватит. Очень кушать хочется. Угу. Очень уж. Я думала, здесь собак. Собаки скулят, кряхтят. Дети. Он что-то стоял. Красавец. Ой, не мой красавец. Вот так. Не, ну без щелки прям дай. Вот так. Можно хвостик, да? Милана все косо ему хотела заплести. Нет, красивый, красивый, молодец. Ну, смотри, пузень наел. И что ты мне жалуешься, стоишь? Я еще не к вам пришла. Я домой ухожу. Я еще не пришла. Нет, домой не пора, алтаец.
Ящик завтра сделаем. А что говорит, когда перепелков? Ничего, так на разочек нам хватит на всех нормально, зато зоб смотрите какой. Видите, целый комбикорм. Так, а куда я делала нож? Начинаем. Ха, давно я этого не делала. Угу. И сейчас, естественно, будут внутри грузди яиц, потому что уже пора нестись. Но мне она даже на яйца не нужна, потому что яйца будут мелкие тоже. Она очень маленькая. Да, вот это, конечно, плохо. И я ее, естественно, никуда не отсаживала, потому что я не знала, во сколько мы сегодня придем, будут у меня силы или не будут ее рубить. Думала, может, опять еще на месяц оставим. Я сразу разрезаю по животу, потому что мне ее нужно будет потом вообще на куски разрезать, чтобы тушить небольшие кусочки. Так, собачкам еще нужно. Угу. Где у нас пакеты-то? Пакетов нету. Да. Сердечко. Так. Поворачиваем теперь, да? Ну, благополучно не порезала, ничего, извлекла зоб. И видите? Так, это собака. Лапки, голова собака. Давно они тоже у нас индюшатинки не ели. Так, печеночка. Печень какая красивая. Жир. Все пригодится. Это в коридор выносим. Собачка.
Ну и, естественно, здесь зачатки яиц. Жир сейчас оторву. Смотрите. Ну вот, видите? Ну, естественно, потому что уже пора. Так. Так-так, вот это нужно отпилить, да? Собачка. Так, начинаем пилить. Я окорочок отделяю. А, окорочка-то я не распилила. Ага. Нет, один распилила, да. Ну, все. Милана, иди картошку почисти. Так, на супчик. Рыбка-то жарится, картоху еще не почистили. Так. Пока помещу просто в соленую воду. А, можешь мне сюда картошку дать? Нет, конечно, Милана, иди, ее еще нужно помыть. Просто пока в соленую воду. Часик полежит, а потом и не знаю, буду я мариновать, успею. Или так начну жарить. Что, где? Она, спасибо, мама, ты что делаешь? Так, печень, желудки пока тоже залила водой холодной. Пускай постоит. Так. Мамочка. А? Мамочка. Это на суп. Даже пока она... Пускай стоит здесь. Дышатенько так давно. Помните, я осенью, да? Рубала. Рубью. Так, что это у нас? Ладно, мы лук уберем в холодильник. Очистки Милане, а мне надо лук почистить, потому что он сейчас рыбку. Как ты ела?
немного там. Ой, сейчас покажу, здесь такой сок. Такой сачок. Сейчас я сделаю все и, конечно, покажу. Сучок ставлю просто рядом. Так, и отправляем. Она, да, она уже такая в этом во всю пару в соку пропеклась. Ну, смотрите, да, сачок какой он. Ой, прям льется, смотрите, отсюда прям рыбкой шевелила и прям лилось вообще. Все, спешила, и вот, ну вот, ничего страшного, вообще они теперь вот так вот. Вот так вот. Просто берут и отрываются, поэтому их можно вообще и оставлять. Дела наши потихоньку двигаются, осталось сварить картоху, дождаться рыбку, поесть, идти в сарай, а потом уже приходить, и осталось немножко, нужно будет сварить суп, потушить индейку и сварить гречку. Да. Работа для Золушки. Посолила уже. Картоха убегает. Сейчас немножко пропитается и уже поставлю. И сковородку нужно включать. Вот и все, вот и все. Представляете, как это вкусно. Как это... Она такая сочная, она прям аж проваливается. Как-то сегодня получилось прям, ну, совсем... Отлично. Это соль я сейчас досолила. А то, что я немножко ее подмариновала, все-таки солью так и не пропиталась. Она так всегда, скумбрия, когда в духовке. И она такая совсем мало соленая, поэтому я тут сверху немножко досолила. Все, мы отправляемся есть. С картошечкой, с помидорчиками солеными. Мы отправляемся есть, а здесь у меня кипит еще в одной сковородке. Ну, я накладываю. Это сейчас детям хвостики. Ну, вот, примерно так это выглядит. Это мне тут уже с лимончиками. Сейчас, конечно, я еще подберу. Все, очень сильно хочется есть. Какая красота получается. Смотрите. Идемся. Сейчас помешаю, конечно. Сейчас немножко еще обжарится. Залью водичкой и пойду в сарай. Залила водичкой. Что-то, смотрите, сразу прям мясо отошло. Ну, может, она и мягенькая какая-нибудь будет, я не знаю. Может, и не придется мне ее 3 часа варить, как я собиралась. Тушить, я имею в виду. Попробуем. Залила водичкой. Все, сейчас закрою крышкой и ухожу в сарай. Я опять в сарае, только теперь... Что? Не доброе утро, а добрый вечер. И все начинаем сначала. Кормить, доить и кормить детей. Кормить коз, доить. Темно все равно. И кормить детей. Начинаем.